О, смотрите, кстати, я в этом приложении делаю баннер для канала, смотрите, вот. Вот, превьюшка для недавнего ролика. Кто смотрит, поставить лайк, вы поняли, вот. Ну, тут на воре в лучшем качестве, смотрите, вот такая вот. Да, я не старался, если честно, типа. Ну, типа, я сделал изъезжие уровня, оригинал. Ну, и хард-версию. Тут, типа, жесткий дедовый зачем-то. Ну, короче, вы поняли. Так, теперь давайте что-нибудь новое нарисуем. Так, начали рисовать. Берем самый большой листик. Опять же. Кстати, я тоже повторяюсь, я не знаю. На кухне тоже фоточку. Так, тут мы стоим 520. Вот так вот. Оп. Даем листик. Все лето будешь в этом пиджаке. Так. Все лето будешь в этом пиджаке. Так, вот так вот, короче. Сейчас будем рисовать. У меня крутой рисунок. Ну, вы, наверное, помните с моей предыдущей части, может, я ссылку оставлю, кто не помнит. Ну, наверное, никто не помнит, что никто это не посмотрел, не понравилось. Ну, давайте нарисую школу. Давайте нарисую школу, чтобы... Чё бы и нет. Сейчас, подождите. Так, с мамой договорюсь, чтобы она не орала, теперь давайте нарисую школу, как я сказал. Как его представляю себе. Ну, если я его нарисую плохо, то я просто не художник. Я в художку не ходил. А рисовал в школе, мне ставили сюда пятерки, не знаю почему, за свое искусство. Но я когда помню, делаю видосы, как я рисовал, но это на нем не было никаких просмотров, это я сейчас не все показывать. Тем более, я сейчас своих видео не показываю свое лицо. Можете посмотреть мои старые видео, да. Потому что, ну, просто не хочу вам все показывать. Никому это не нравится. Думаете, что я некрасивым. Ну, каждый свой, короче, не важно. Сейчас я долго разговариваю. Давай я его сейчас нарисую, попробую. Я, конечно, плохо рисую. Нет, что не он. Значит, надо... А тут можно карандашом? Потому что карандашом пока не нарисую. Давай толстым, давай. Берем карандаш. Вот. Когда заготовку примерно нарисую. Типа, около. А такая неровная. Типа, надо пониже сделать. Типа, вот так. Сейчас не... Ластиком постираем. Вот. Так вот, темно. Да, смотрите, грифы прям. Стирается прикольно. Так, продолжаем. Тут даже большую часть. Так, сначала рисуем вот так вот, чтобы понять, где у нас будет лицо. Вот. Вот тут где-то будет от лицо, короче. Так. Затем рисуем шею. Вот такую. Что-то она какая-то большая, нет. Если такого-то смотришь, то не бежать, я просто рисовать не умею. Так, рисуем туловище. Нет, вообще это очень не похоже. Ну, типа какого-то человека на этот комнате похож. Мне тоже лучше рисовать. Вот. Рисовать обычным маркером. Вот такая вот перьевая ручка. И она, кстати, прикольная. Она немножко по-другому пишет, чем обычная. Обычный маркер. Это что? А. Это такого для теней специально есть. Можно пальцем вот так вот проводить. А, это сглаживать. Понятно. Так, а что у нас есть? Вот есть. О, даже видно, что это как будто краску, смотрите. Только насчет задержки. У нас есть сухое масло. И да, смотрите, оно немножко криво пишет. Вот здесь еще валик вот такой вот. Можно уделить толстый, маленький. Мило можно рисовать, как на доске, классно. Вот. Постел это вроде мелок такой. Аэрозоль даже есть, смотрите, можно граффити тут рисовать. Сейчас вот рисую граффити, начнем рисовать школу. Так. Так, все, нарисовал граффити. Если понравится, поставьте лайк, пожалуйста. Опа, это что? А, это блестки. Ну, кстати, прикольно, может блестки добавить. Искры. О. Так. У нас даже огонь есть. Даже похоже на огонь, смотрите. Только здесь много, давай этого синего будет. Вот, тут у нас еще пиксельное можно красить. О, кстати, для пиксельных артов. Давайте рисую какой-нибудь пиксельный арт, что ли. Ну, это реально прикольно, можно пиксельный, кстати, это не знаю. Например, сейчас кого-то надо, значит, что это не знаю. Это у нас Dream был, короче. Такой вот. Здесь вот такой вот контур. Это маркер с контуром. У нас еще есть. Это у нас обычный такой вот
Это гранит. Брызги можно, типа, настоящий художник прям. Настоящий художник как будто. Ну, пока есть, точно я знаю, сердечки. Вот, прикольно, можно сердечки делать, если не хочешь рисовать. Можно точечками рисовать, ну, как это прикольно выглядит. Мне нравится. И звездочки можно нарисовать. Так прикольно появляется, как это. Ну, с задержкой. Цветочки. Фигурненько. Листики. Это уже последний. Все, уже как-то затягивают. Переходим к нашему маркеру, погнали рисовать примерно кула. Ну, я не знаю его лицо, поэтому давай его нарисую, как я его представляю. Он был с кулом экзе, новогодним с кулом, еще обычным с кулом. Короче, сейчас мы узнаем, сейчас вот. Вот, может, с кулом экзе, что ли, давай. Чё бы и нет. Это вот самая прикольная форма. Так, надо сначала нарисовать ему голову такую, вот, похожую на... Вот это! А точнее, картошку. Ну и тебе вот не обижайся, я рисую, не умею, тебе уже кожу сейчас вообще посмотришь. Так, рисуем ему такие большие глаза. Не знаю, зачем такие... Он что-то не очень ровный. Вот, берем ластик вот так вот. И теперь исправляем. И теперь этот глаз... Так. А, тут есть выбор, смотрите, вот. Выделяем глаз. И копируем. Вообще шикарно просто получается. Ну, наверное, Скову не понравится такой. Прям вот так вот. О! Прям вот, прям стрёмно смотреть на него. Такие кошечки такие. Как он такой смотрит на тебя. Извини, меня просто реально смешно пока получается. Но, не, немножко стрёмно. Но я просто рисовать же не умею. Особенно лица. Если ты рисовать... Не скажу, что. Чё это я у него стереть-то? Не понял. Давай торопим, что ли, так осветить. О, хотя бы так стирает. О, хотя бы так стираю немножечко. Ну, конечно, быть не так, не настолько ровно, потому что я робот делать не умею. Вот так бы. О, еще уже даже вот такие. Ну что-то пока какая-то картошка, ну ничего. Это только начало, я просто писать не умею. Так, ну можно так оставить, но нет. Надо хотя бы притчу нарисовать, что ли. Нет, ну нормально что-то нарисовать. Оп. Такая прическа, что-то. Не, такая мне подходит. Вот, да, как мама, типа, мутит, вот такую вот. Не, не надо просто такой не делать, на такую роскошную прическу. Не, давай тогда не в коек, за что же рисовать будем, давай просто нарисуем. Ну, Люба, спроси, не с кула, да нет, да все-таки реально с кула нарисуем, только не экзе, а давай что-то другое. Ну да, с кула давай нарисуем. Пытаюсь вот вспомнить. Сейчас я быстренько вернусь. Вот, кстати, в кула канал подписывайтесь, может, ссылочку оставлю. Вот, кстати, его... Мега крутой контент, смотрите. Что-то не пиар, просто, ну, не знаю, но это идиот, ну, смотрите, два одинаковых примерно. Звук разный. Да. ГТАшка сегодня на ужин. Нет, спасибо, я наелся. Так, зачем-то сделал его этот. Ну, скриншот сейчас взял, все поешь, чтобы я понимал, где его. Так, на юре у него заканчивается аватарка. Нас не видно, короче, сделайте поярче. Сейчас уберу прозрачность. Обведу его аватарку. Лишнее уберу. Ну, я, короче, вы когда-то сделаю. Так, я нарисовал. О, что-то мне за комментарий написали. Да неправильно пишешь слово. И это из... Нафига. Нафига с новым клипом. Смотрите, сейчас я пытаюсь нарисовать скулу. Все, уже не знаю, какая пауза.
вернулись, да? Вот это у него аватарка, конечно, роскошная. Вы посмотрите, сам вид надел. Это прям, да, офигище просто, а? Что это? Напишем тут у. Так, ну мы копируем его аватарку, но я тебе еще что-то ставить не буду. Я просто ее копирую. И тут у него огоньки стоят. Ну, тут есть такая вот штучка. Я вам показывал. Вот, у нас есть искренний тот блеск. А где огонь? Где огонь был? Вот, огонь можно, смотрите. Давайте берем какой-нибудь такой вот фокс. Вот тут-то. Во, отлично, похоже. Только надо огонь повыше сделать. Во, отлично. Прям уже похоже, я так думаю. Берем опять же. Ну, наверное, это видео сильно заснял, поэтому будет идти очень долго. Я так думаю. Тут вот такая вот водочка. Ну тут полностью ее, видно, не поместилось. Такая вот штука тут написана, но я когда видел, смотрел, думал, что-то у него такое. Когда давно добавят эту функцию, о, кстати, тут можно пригодиться, рисовать, это мне тут точно пригодится, прям пригодится. Так, мы полностью копируем его вот так, чтобы потом сделать с ней что-то прикольное. Какая-то зафигулина какая-то. На тыску не играться, я пока еще счет прям видео затягиваю. Так, вот так, вот. Такой огонь, так. Так, это где поле мне прозрачно. О, вот так вот, да. Мне надо более прозрачную. Так, вернем. Прозрачность 70 поставим, вот. Так, вот так. Обходим ее. Пока что-то непонятное, если честно. Это дурит. Там, короче, вспомнил. Так, ну, пока все уже очень плохо, если честно. Вот что непонятно никак. Чтобы поэтому я нарисую. Тут еще вот так вот такие штуковины. Не нашел за штуковины. Надеюсь, скоро на это видео идет реакция. Буду хотя бы звук потише, чтобы его было слышно. И чтоб меня там тоже. Ну, уже не буду, потому что у него память на телефоне забилась, он только может смотреть видео. Писать комментарии о том, что у меня видео самые плохие в мире, наверное. Но мой друг вроде как. Ну только в Ютубе. Вот это. GTA-шка сегодня на ужин. Мне не надо. Такая что. Повинная такая. И дальше погнали. А, не почти. Погнали пиксели. Кстати, я неплохо так обвел. А, подожди, тут еще кусочки такие вот. Непонятные вот чем. Скул прям поставился целый так. Не то, что я. Ну, конечно, я сначала... У меня была какая-то... Если... Он делал реакцию когда-то на мой канал, это была вообще другая аватарка с интернета взята. Тоже думал, что моя острая подписочка такое кругом ровно нарисовать. Могу почти ровно. Так куда-то надо далеко. Погнали рисовать пикселями. Тут такое можно. Сейчас пиксели. Вот вроде здесь. Сияние. А где это можно было, не понял. Сердечки, вот, так, грани, контур, вот, пиксели. А это я побольше, точнее, поменьше сделаю. Может, так теперь? Мне надо меньше прозрачности. Здесь маленькие какие-то пиксели. Еще меньше вот такие примерно. Во, вот так. Так, а что там у него еще? Что это такое, прям яркое-яркое.
Так, можно вот белую тут посередине такой. Ура, ничего не вижу. Нифига. Так, подождем. Тогда прозрачность поменьше. Я прозрачность сделал на 100, ничего не понятно. Реально это не только поставил, ничего не понятно. Вообще непонятно. Короче, просто обведу. Пиксели мне сделать сложно. Вот реально не понимаю, где я, кто я и почему я это делаю. Потом вот мы обведем, если что. Только очень плохо получается. Потому что это такое. Такое ядро, типа. Там глаз. Нет. Давай такой сейчас обведем. Страшный глаз такой. Покрасим его. А там будет такая красная темная точка. Вот, двойной такой будет. А там просто наблюдать из этого глаза. Вообще не смешно, но это не очень смешно. О, отлично. Замечательно просто. Это же мега шикарно просто. Картину даже не стыдно на музее выставки поставить. Просто мега штучка такая. Прям вот просто. Я лайк поставил. Ну, жалко, что иметь вебки, но в будущем они будут. Через месяц. Кстати, я где-то 6 или 7 июня уезжаю в санаторию, да. Поэтому не знаю, сколько еще видео выпущу, но где-то штук 7 или 8 сделаю видосиков. Ну, сейчас, в принципе, неплохо так времени, что с вами поиграть. Ну, пока... Я не знаю, как вообще это видео делаю, но, наверное, очень долго. Я могу даже это сделать, ну, чтобы вы там все смотрели, как я рисую. Ну, надеюсь, скоро на это видео придет. Еще такие частички мелкие, вот такие вот. Капец, зачем я это делал? Наверное, такой, блин, это хочу скетчбук, это еще фотошоп. Такую авто бабаху, которая никого никогда не будет. И так и есть. Тут еще такие штуки. Вообще прям вах. Конфетка получается. Ну, по-моему. Может, кого не понравится. Потом может оценить в комментариях от 0 до 10. Наверное, мне поставить поэтому 1 поставлю. Ну, в принципе, я уже обвел, поэтому можно уже. Вот еще огнем рисовать. Чтобы вообще прикол десну. Одну тут середину. Во, вот так вот. Так надо не задевать же. Подождите, а можно? Вот да, можно какой-то поменьше сделать. А так вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Смотрите, как это. Просто фигово. Мне, в принципе, нет, не нравится. Нет. Просто можно закрасить. Я просто можно запросить палитры и все, что я тут, мучаюсь. О, дождь приходит. Не, ему этот цвет не подходит. Красный. Красный такой вот. Во! Идеально, кстати, получается. Немножко там красненького сделаем. Может, он повелитель кетчупа. Да, он повелитель кетчупа. Тыщ. Везде поставим тут по чуть-чуть. Это будет вроде скул, новая аватарка, которую я сам делал вообще. Ну бы потом скулом РЗ. Наверное. Ой, тихо, что-то все сокрасил. Не-не-не, вот тут еще. Так, вот тут вот еще. Во, вообще прям красотичка такая. Тебе надо еще это какого цвета. Давай желтого еще немножко. Так вот, немножечко добавим. У нас вообще фигня, но думаю ему, ой, понравится. Ну, может реально скул поставить хоть немножко там. Ну, думаю, что надо задний фон просто делать хуже, вот так вот. Короче, вот что у меня получилось за где-то 20 минут и больше. Можно.
задний фон тоже закрасить? Нет, не надо. Так, вот, короче, больше не дайте без заднего фона, что ли, тогда. Вот, короче. Давайте тогда пойдем поярче вот такой вот. Вот, вот так вот, короче, получилось. Вот такое видео. Всем пока.